Здравствуйте, друзья. Итак, для тех, кто меня так регулярно спрашивает, как продвигается проект Иква, продвигается он примерно вот так. То есть, в принципе, на мой взгляд, все уже готово, по большому счету. Осталось только вот здесь вот просверлить отверстие, ну, выбрать, наверное, вот эту вот середку где-нибудь вот до сюда и залить это все свинцом. Залить свинцом, потом сверху деревяшечку сюда какую-нибудь так на клей посажу, чтобы не было видно, чтобы была простая деревяшечка, закрашу. И будет тыква готова. Я думаю, что немного все-таки свинца сюда залить надо, для того, чтобы создать какой-нибудь такой противовес, чтобы легче агрегат, так сказать, управлялся. Хотя, в принципе, управляемость у него нормальная, мне нравится. В общем, посмотрим. Буду, не буду, но я думаю, что при таких размерах, все-таки, так же, как и для небольшого меча, можно сделать здесь вот маленький какой-нибудь в оголовье противовесик. Осталось только как-нибудь поехать домой к родителям и привезти немного свинца. Ну, примерно вот так. Так что, думаю, скоро все это закончится. Да, был вариант у меня. Где же там она? Кусочек, наверное, остался. Был у меня вариант сделать рукоятку вот вишневую. То есть были у меня кусочки какие-то вишни. Ну, единственное, что как-то странно, не знаю почему, то ли не умею сушить. Вишня у меня всегда лопалась. Вроде сушил не на солнце, не у плиты нигде, не у батареи, так сушил ее подальше от всех источников тепла. И все равно у меня лопалась. Ну и, во-вторых, почему все-таки не вишня, а вот это. Такой вот, видите, тактический цвет. То есть, черный клинок, черная рукоять. Весь такой жутко тактический. Очень мне это дело понравилось. Ну, если, конечно, ничего мне в голову не стукнет, я вот это вот место не сделаю каким-нибудь ярко-оранжевым. А вы знаете, я могу. Так что, вот, примерно вот такая иква.